Мен азыр сіздерге бір жаңы соның таптатына қай бриллиантовый директор қызды таныштырам. Ким ойлайды, бұл жерде сахнаға шыққандардың бардығы ле чақ-чаңдай, қиын сөйлейд, бірінен бірі аратыр, мен андай сөйле албайым дегендер бар ба? Азыр астыңыздарда сөйлей тұрған бриллиантовый директор өмірінде бірінші жолы чоң сахнаға шығышы. Эч качан түз эфирден көрген емес біз, эч качан интервью берген емес, и группада бир дагы голосовой сабагын драгоценный группаларда уккан емес біз, бирок ушул жерде дебют болот, андыктан сүйлөбөй туруп бриллиантовый директор болгон Баёглиева Фируза. Мен Баёглиева Фируза, эки баланын энеси, үй кожокесимин. Шаардан алыс жерде жашап келемин. Күндөрдүн биринде кошунам мага фабеликти сунуштайт. Скидка жана старт программа жөнүндө айтат. Макулдашып катталам. Катталып өзүмө керектүү каражаттарды жана старт программасын алып жүрөмүн. Старт программа бүткөндөн кийин мен кызыкпай калам. Заказ кетирбей коем. Арадан кыйла вакыт өтүп, мен өчүп калам. Кайрадан Гүлназ Борбоеванын командасына катталам. Ошол мезгилде мен балам ооруп, биз больницада жатып калабыз. Гүлназ группада өз айлыгы менен бөлүшөт. Бизнес жөнүндө жана фабеликте акча бар экенин айтат. Сразу кызыгып Гүлназге чалам. Гүлназ, кантип айлык алсам болот фабеликтен деп сураганымда, сен адам катташың керек, команда түзүшүң керек деп айтат. Анан мен үйдөн чыкпасам, даже товар алганы барбаймын, тем более азыр балам ооруп больницада жатамын, анда бул иш мага эмес экен дегенмин. Ошондо Гүлназия, не больницада бир гана сен өзүң жатасыңбы дейт. Анан жок, башка мамашалар деле бар. Десем, ошол мамашалар не самын менен колун жуубайбы экен, паста менен тишин жуубайбы экен дейт. Анан мен ошондо мен менен бир палатада болгон Айсулуу эжени каттаймын. Айсулуу эже азыркы күндө күмүш директору намындагы Исмаил Василен эжени алып келип кетет. Ушинтип команда түзө баштадым. Ал мезгилде катталган адам заказ кетирип акчасын төлөсө гана аркасынан адам катталат эле. Гүлназиянын проекти бар эле, биз катталган адамга заказ кетирип акчасын төлөй, сага адам каттап беребиз аркаңынан дейт элек. Анан биз каттаган адам, биз аркасынан адам каттап берсек консультанттарга, алар деле өздөрү кызыгып, тааныштарын, туугандарын каттап ушинтип менин командам өсө баштады. Менин кызыкчым дагы деле ашып, мен директор болом деп максат кылдым. Башында 5-10 миң айлык түсө жетет мага дейт элем да. Анан мен директор болом деп максат кылдым. Мен директор болом дегенимде даже мага жакындарым деле ишенген эмес да. Койчу, каяктагы сөздү айтпачы, сен үйдөн чыкпасаң даже товар алганы барбайсың, каякта директор болосуң деген. Мен алардын сөздөрүнө көңүл бурбай аракет жасай бергенмин. Даже түнү уктабайт элем да, мен директор болом, директор болом деп. Гүлнази одноклассник, инстаграм жана тааныштар тизмесин айтат. Мен тааныштар тизмеси менен иштегенмин. Азыр деле ошол методду колдоном. Бир таанышымы каттасам, ошо таанышыма айтат элем. Сенин деле тааныштарың бар, ошо тааныштардын номерин мага бер. Мен сүйлөшүп, фабеликти сунуштап көрөйүн. Эгерде каттала турган болсо, сага каттап берем дейт элем. Ушинтип тааныштарым мага өздөрүнүн тааныштарынын номерлерин жөнөтөт элек. Мисалы, мен 10 таанышымды каттаган болсом, мага 10 таанышым 10 өзүнүн таанышынын номерин берсе, 100 адам болобу, ошонун 50% катталбаса деле, мен 50% каттайт элем. Ушинтип командам өсүп, анан мен директор болдум, болду деген эмесмин. Ар дайым дагы да өсүүгө аракет кылып келемин. Буюрса, мындан дагы өсүлөр болот командамда. Азырда командамда 16 директор бар. 16 директордун 16 директордун 6-сы өзүм жашаган айылдан болот. Бизге, бизде, биз үй кожокелерине ушундай мүмкүнчүлүк берген фабелик компаниясына жана жетекчилерине, командама, мага ишенип келген командама, мага ар дайым иштешим үчүн күч берген Гүлназ Борбоевага чоң ыраазычылыгымды билдирем. Фабеликтин жардамы менен мен көптөгөн максаттарыма жеттим, Кудайга шүгүр. Буюрса, командам менен дагы деле өсүүлөр жасайбыз. Баарыңарга рахмат.
на первый раз. Отличное выступление. Поздравляю. Уважаемые лидеры, мне в последний момент сказали, что я должна выступить на русском. Так что поддержите меня. Моя тема какой была до Faberlic, какая стала. Я в компанию Faberlic пришла одна. Кто сейчас единственная в своей группе, которая что-то хочет добиться, старается? Есть такие? Я тоже пришла одна. Сейчас у меня в структуре 25 тысяч консультантов и 65 девочек в зале. Они все одинаково одетые, как я, Барби. В общем, первым делом хочу сказать, я не знала, что такое ответственность. Например, если у меня нет шикарной машины, виноват мой муж, он не покупает мне машину. Если я не путешествую, значит, виноваты мои родители, потому что не дали мне учиться в иностранных вузах. Если у меня дома бардак, виноваты мои дети. В общем, я считала себя идеальной, прям супер-пупер, идеальная самая жена, идеальная мама, идеальная дочь, а все вокруг, кроме меня, все какие-то неправильные, все какие-то непонятливые, все какие-то неответственные, а я пуп земли. В один момент я начала задумываться, как так, я с четырьмя детьми в декретном отпуске, ноль доход, с утра до вечера выпрашиваю деньги у мужа. Надо купить продукты, надо купить памперсы, надо платье, надо туда сходить, надо сюда, на кассы. В общем, когда мне предложили компанию Faberlic, конечно, я не сразу приняла предложение. Мне дали месяц на задумки. Я через месяц решила начать работу, потому что посмотрела все интервью, которые успешных девушек, которые начали уже зарабатывать, и начала. Потом первое дело, что я поняла, это, оказывается, моя ответственность. Если я хочу жить в шикарном доме, это моя ответственность. А муж обеспечивает так, как может. Он работает, старается, но так, как может. А если я хочу еще красивее жизнь, это моя ответственность. Я должна стараться. Если я не путешествую, ответственна я, а не мои родители. Они дали мне образование, которое смогли. Я закончила университет, но дальше я сама вышла замуж. Не они меня заставили, выдали, да? А если дома бардак, это моя ответственность, потому что я создала семью, я рожала этих деток, а дети, они всего лишь дети, они не понимают, почему у меня дома должно быть чисто, почему везде должен быть порядок, почему они должны быть аккуратными, они этого не понимают. Потом начала, я сначала изменила мышление, посещала разные тренинги, конференции и начала меняться изнутри. Меняла свое восприятие на жизнь, взгляды на жизнь. Потом потихоньку начала зарабатывать. Первая моя зарплата в компании Faberlic 240 сом. Конечно, это небольшие деньги. Но потихоньку мой доход сейчас в месяц составляет около 350 тысяч сом. Все, я тоже начинала с нуля, я тоже пришла одна. Поэтому не переживайте, все получится. Просто надо стараться, надо двигаться вперед. А если я бы также сидела,
на одном месте. Вот эти 17 стран, которые я посетила, я бы никогда не увидела. Мальдивские острова, Шри-Ланка, Сингапур, я бы никогда не увидела. Это все ответственность, девочки. Если вы берете ответственность на себя, на свои хотелки, на свой кошелек, если в кошельке недостаточно средств, значит, ответственны вы. Девочки, не путайте, это не чувство вины. Вы не должны чувствовать себя виноватой. Вот они смогли, я не смогла, я такая лохушка. Нет, просто ответственность. Вы берете ответственность за свои действия. Просыпаетесь вы рано утром или спите дальше? Ответственны вы. Поэтому за деньги, которые у вас есть на счету, за путешествие, за машину, за обучение ваших детей, ответственны вы. Вот мое первое преображение в Faberlic. Я начала относиться ко всему ответственно. Вот, если брать ответственность на себя, все изменится. Дальше уже все легко и просто. Мен кыргызча, аябай башкача даярдандым эле, но туурачыныңыздар орусча айтыш керек болуп калды. Менимче баарыңыздар эле түшүнүңүздөр, жоопкерчилик бул биздин келечегибиз, жоопкерчилик бул биздин жашообуз. Андыктан кыздар, жоопкерчиликти өзүбүздүн колубузга алабыз. Бизнесибиздин жоопкерчилигин өзүбүздүн колубузга алабыз. Өзүбүз иштейбиз, андан кийин баардыгы иштейт. Силер иштебесеңер, эч ким иштебейт. Чоң рахмат. Чоң рахмат, деп келген болуп, баарыңыз үчүн ичтеп жүрүп,